Меня зовут Жанна Кадырова, я художница, занимаюсь современным искусством, в частности, там, инсталляциями, какими-то работами в пространстве. Моя студия базируется в таком полуподвальном техническом помещении жилого дома, а соседи — это художники, музыканты, шелкотрафаретчики, граффитчики. Это всегда интереснее, чем ты, когда находишься отдельно, потому что можно совместить и как бы и свои творческие задачи, и общение с людьми, и плюс, если тебе что-то не хватает, всегда можно одолжить это у соседей. Мне кажется, Киев — это настолько уникальный город. Я вот не ценила его уникальность, пока не начала много путешествовать. Ну, то есть здесь есть дух, здесь есть энергия, здесь много парков, здесь много, ну вот даже вот этот ландшафт, что здесь холмы, река. Это тоже очень уникально по сравнению с европейскими городами, но просто нет аналогов. Вот. Поэтому, мне кажется, все найдут здесь что-то свое. Главная моя практика – это экспериментирование. Вот. Ну, то есть я рассматриваю свою практику как постоянно развивающийся, совершенствующийся проект. Первая серия проекта, она вот такая, вторая, она более додуманная, третья, она додумана еще больше. Я принимала участие и получила специальную премию Future Generation Art Prize в 2014 году. Для меня всегда ценен опыт работы с институцией, потому что он очень отличается от того, как ты работаешь сам. Ну, все эти конкурсы для меня, прежде всего, это возможность реализовать новый проект, представить с профессиональной командой. То есть, прежде всего, это определенный опыт работы с институцией и работы в коллективе своих коллег из разных стран.